С тех пор прошло полгода. Теперь я снова стою на этой земле, вдыхаю холодный воздух. Холодный ветер завывает в моих ушах. И я смотрю на мир совершенно другими глазами. Я прошел много лиг своими ногами. Встречал и божеств, и демонов, которые здесь зовутся Даэдра. Они мудры, сильны, но очень кровожадны. Я получил силу, которую лучше бы не иметь ни одному смертному. Я сражался с драконами. Я кричал на ветреном пике. И теперь я знаю, что лишь моя судьба зависит от судьбы этого мира. Или наоборот. Я могу повергнуть этот мир в пучину ада. Или вознести его до небес. Самое время продолжить мое путешествие с новообретенной силой. Славная Академия магов. Давненько я уже здесь не бывал. Прошу. Обращайся к архимагу только в случае крайней необходимости. Хорошо, Мирабелл, спасибо. Надеюсь, архимаг у себя. Этот вечно занятой человек. Сава Сарен? То, чему ты здесь научишься, будет помогать тебе на протяжении всей жизни, а то и нескольких жизней, если у тебя есть талант. Только не говори мне, что кого-то из учеников опять испепелили. У меня и так дел по горло. Мы нашли кое-что в Сардале. Толдер считает, что это открытие важное. Хорошо. Я полагаю, если бы дело не было важным, тебя бы здесь не было. Спасибо. Теперь я об этом подумаю. Толдер присматривает за вами, да? Поскольку он сейчас занят, а мне нужно посмотреть на находку, я думаю, тебе стоит попытаться что-то выяснить. Поговори с Урагом в Арканиуме. Выясни, знает ли он о чем-то похожем на твою находку. И ты молодец. Вот, держи. Если еще соберешься полазить по Нордским руинам, это может пригодиться. Магический свет. Спасибо, Архимаг. Угу. Ты находишься в Арканиуме, и здесь я главный. Это место словно бы мой собственный маленький план Обливиона. Если ты нарушишь порядок в Арканиуме, мои злобные атронахи разорвут тебя на части. А теперь, чем могу быть полезен? До встречи. Я не терплю, если с книгами обращаются неаккуратно. Ясно? Пизло. На то, чтобы собрать эту коллекцию, ушли сотни лет. И она останется в идеальном состоянии, понятно? Насчет Сартала. Я знаю, что тебе нужно. Новости тут разносятся быстро. Нашли что-то таинственное, да? Можешь даже не спрашивать. Нет, у меня для тебя ничего нет. По крайней мере, уже нет. Что значит «уже нет»? Говорю же, уже нет. Арторн украл часть наших книг и сбежал в крепость Фелглоу к этим призывателям. Этакая мзда за вступление в их ряды. Кажется, в одной из них были сведения, которые тебе нужны. Если хочешь вернуть эти книги, поговори с Арторном. Истинному паладину и не такое по плечу. Эй, ты! У меня к тебе дело. Ты недавно из Сартала, да?
Мне стало известно, что вы там сделали находку. Да, Архимаг уже знает. Мне это уже известно. Толвдир еще в Саартале, да? Я буду ждать полного отчета по его возвращении. Какое это отношение имеет к тебе? В Саартале обнаружили что-то достаточно важное, чтобы Толвдир прислал с этой вестью нового члена коллегии в одиночку. Откуда следует вывод, что находка имеет отношение ко всем, особенно ко мне. Спасибо за помощь. Можешь идти. Да подавись. Я даже не сомневаюсь, что это место опасно. Я уже вижу дракона. Я уже сражался с ними прежде. Но все они разные, у каждого своя душа, свой нрав. Может, этот не захочет со мной сражаться. Интересно, как же мне выбраться наверх? Вот вроде дорога. Вот, судя по всему, и она. Та самая крепость. Если они убили дракона... Что же там за маги такие? Очень глупо. Давайте на выход. Люблю сражения с магами. Но, к сожалению, вы мне не ровня. Надо же. Закрыто. Будем искать другой путь. Огненный Атронах. Сильная тварь. Но она не чета Даэдра. Ну что, поиграем? Что такое? Крайне просто. Охрана у вас тут не ахти. Ледяной маг, да еще и ученик. Смешно.
жалкие пожитки. Оу. Вампиры? Тут кто-нибудь... Теперь приятного аппетита. На выход, друзья мои. Сама приходит ко мне. Обожаю. Твоя кровь зовет. Пощады. Надо убить. Это не так. Никого в живых не оставлю. Прошу, прошу тебя, выпусти меня отсюда. Выпусти, пожалуйста, они со мной сделают что-то ужасное. Находится рычаг. Быстрее, пока они не появились. Прошу тебя, помоги мне. Значит, ты Орторн? Да, да. Тебя прислал Архимаг Арен. Он послал тебя освободить меня, да? Библиотечные книги, где они? Что? Книги? О, о боги! Нельзя мне было их брать, я знаю! Это было глупо, очень глупо. Больше это не повторится. Помоги мне отсюда выбраться, и я помогу тебе их найти. Прошу тебя. Где книги? У меня их больше нет. Она их забрала. Вызывающая. Она меня сюда посадила. Пожалуйста, выпусти меня отсюда. Почему ты в клетке? Они меня сюда бросили, а потом собираются на мне опыты ставить. Так тебе и нужно. Не было случиться. Я думал, им нужна моя помощь, а они сделали меня подопытным. Не оставляй меня здесь. Спасибо, спасибо. Обещаю, я помогу. А потом я вернусь в коллегию и буду умолять их принять меня обратно. Где книги? Да, конечно. Я же обещал тебе рассказать, верно? Они у вызывающей. Ее очень заинтересовал один из томов. Но в клетку она меня все равно посадила. О, я тебе обязан жизнью. Спасибо большое. Кто знает, что бы они со мной сделали, если б не ты. Обещаю, я помогу тебе отсюда выбраться. Мне не нужна твоя помощь. А, понятно. Тогда я просто буду тихонечко идти за тобой. Тебе не нужна моя помощь? Нет. Ну, я... Если ты так думаешь, я тогда пойду своей дорогой. Береги себя и спасибо большое. Убирайся с глаз моих. Наверняка ключик у него. Но от него осталась лишь горсть пепла. И где же ключик?
где же ключик? Приступай. Ах ты, ё-моё! Хорошо, давай поиграем с тобой. Огненный волшебник, а ты был неплох. Руны я не изучал, но возможно они мне пригодятся. Ну что ж, мне повезло. Наконец-то я обладаю этой техникой в полную силу. Ну уже. Нихера. Чё я делаю вообще? Даже лучше. Подъем. Ну что же вы? Я ожидал куда большего. Надеюсь, ваш главный маг будет посильнее, чем вы, жалкие шестерки.
что, тут парашу охраняли, что ли? Да, вы правы. Сюда вам не стоило приходить. Глупо. Ваша каморка меня не интересует. О, зал ритуалов. Ну что ж, давайте попробуем. Вломился в мой дом и уничтожил мою работу. Приятно познакомиться. Так ты из подруги приходишь сюда, убиваешь моих ассистентов, мешаешь работе. Меня это весьма... А, боюсь, я даю тебе возможность повернуться, выйти за дверь. Да как ты смеешь? Да сдохни! А вы сильны. Ты сильна. Достойна своего титула. Но все-таки я истинный повелитель магии. Ты всего лишь помеха на моем пути. Самое время выпить эля в таверне и отправиться в коллегию с достойной наградой. На то, чтобы собрать это... Так-так. И ты, смотрю, в полном порядке. Спасибо. Я просмотрю их и сообщу Мирабелле, если найду что-то стоящее. Ночь слез? Эту я помню. Вот это уже интересно. Ты ее тоже прочти. Если я не ошибаюсь, там есть интересные подтексты. Упомяни об этом в разговоре с Толфдером. И вот, держи. Мне кажется, это заслужено. Бейся славно. Дитя неба, интересная книжка. В странствиях у меня было полно времени, чтобы ее прочесть.
Оу. Долдер, рад вас видеть. Я смотрю, вы времени не теряли. Вы перенесли этот артефакт в коллегию. Это всегда так. Вот как? Ему что-то известно про нашу чудесную находку? Мне попалась книга «Ночь слез». Это про то, что что-то спрятано в глубинах Саартала. Типа того. Что-то, за что воевали люди и меры. Нужно бы ее перечитать. Не помню подробностей. Я просто не могу оторваться. Что бы это ни было, оно красивее всего, что я видел в жизни. Если позволишь мне слегка отвлечься, я думаю, я смогу сделать несколько наблюдений. Уверен, вы уже заметили эти символы. Они совершенно отличаются от всего, что мы видели раньше. Айлейдские, вемерские, дейдрические, даже не фалмерские. Ничего не подходит. Весьма-весьма интересно. А теперь, хоть я и не уверен, что ваше чутье так же развито, как мое, за годы практики, но вы что-нибудь чувствуете? Этот нет. Изумительный предмет. Он практически излучает магию. И тем не менее не похож ни на что из того, что мне встречалось раньше. Архимаг Арен уже занимается этим вопросом, и, надеюсь, мы скоро узнаем больше. Боюсь, теперь я должен вмешаться. Мне срочно нужно поговорить с вашим помощником. Немедленно. Это совершенно недопустимо. Мы тут заняты серьезным исследованием. Да, я не сомневаюсь в его важности, однако мое дело не может ждать. Ну что ж, так безобразно меня не прерывали никогда в жизни. Какая наглость! Думаю, мы продолжим позже, когда нам не будут мешать. Немедленно иди за мной. Сейчас же. Что правда? Происходит? Что ж, позволь мне прояснить ситуацию. Я хочу знать, почему в коллегии появилось некое лицо, называющее себя членом Ордена Псиджиков. А также я хочу знать, почему это лицо желает поговорить с тобой. Так что мы сейчас побеседуем с ним и выясним, что именно ему нужно. Почему это тебя обеспокоило? Вопросы здесь задаю я. А тебе достаточно знать, что Орден Псиджиков — преступная организация. Они поставили себя выше закона. Они уже сталкивались с Альдмерским Доминионом. И я не допущу, чтобы то же самое произошло здесь. Да ты что? Ну что ж, пошли, Ангана. Пожалуйста, не волнуйся. То, чему ты здесь научишься, вреда, будет помогать тебе на протяжении всей жизни. А то и нескольких жизней, если у тебя есть талант. Приятно с тобой познакомиться лично. Что ты сделал? Я дал нам шанс поговорить без свидетелей. Но это ненадолго. Будем кратки. Ситуация здесь в вашей коллегии чрезвычайно важна. А наши предыдущие попытки связаться с тобой провалились. И я думаю, что дело именно в причине наших страхов. Этот предмет Око Магнуса, как вы привыкли его называть, его энергия не позволила связаться с тобой через видения, которые мы тебе посылали. Чем дольше он остается здесь, тем опаснее ситуация. Поэтому мне пришлось прийти сюда лично, чтобы сообщить тебе, как с ним поступить. А при чем тут я? Эта цепь событий запущена тобой в Саартале. Пойми, Орден Псиджиков обычно не вмешивается в события непосредственно. Многие мои собратья воспримут мое присутствие здесь как нарушение наших правил. И я уйду, как только мы закончим беседу. Я прекрасно понимаю, что мое прибытие вызвало подозрения. Особенно у Анкана, вашего талморского коллеги. Но все равно мой орден не будет действовать прямо. Действовать придется тебе.
Так в чем проблема? Как ты уже, вероятно, знаешь, этот предмет, око, чрезвычайно могуществен. Мир не готов к появлению такой могущественной вещи. Если око останется здесь, его используют во зло. Увы, многие в Ордене полагают, что неотвратимое уже произошло или вот-вот произойдет. Я помогу, но я не знаю, что мне делать. Увы, будущее для нас такая же тайна, как и для тебя. Ошеломительная мощь ока не позволяет нам увидеть грядущее. Я боюсь, что уже нарушил правила своего ордена, но все-таки я скажу тебе еще одно. Найди Авгура Данлейнского в вашей коллегии. Возможно, он знает и чувствует больше, чем мы. С чего мне верить твоему ордену? Полагаю, ты говоришь о том, что Анкана недолюбливает Орден Псиджиков. Талмар видит в нашем Ордене угрозу, потому что мы могущественны и не желаем подчиняться им. Уверяю тебя, мы не хотим тебе зла. Где мне искать Авгура? Я не знаю. Он где-то в коллегии. Наверняка кто-то из твоих коллег знает, где он. Прости, что я не могу сообщить тебе желаемое, но этот разговор требует от меня больших усилий. Теперь, боюсь, я должен тебя оставить. Мы будем присматривать за тобой и направлять, как только сможем. Залог успеха внутри тебя. Никогда не забывай этого. Извините, вы хотели что-то сказать? Чё стоим? Кого ждём? Я является монах из Ордена Псиджиков. Спустя столько лет, а потом вдруг уходит. Надеюсь, мы ничем его не оскорбили. Он только о тебе справлялся, ничего больше. Очень странно. Кто такой Авгур Данлейский? Что, Толфдир опять рассказывал байки? Мне казалось, он уже должен был понять, что это неподходящая тема для разговоров. Прошу тебя, не позволяй ему распространяться на эту тему. Ладно. Да. Что все это значит? Значит, придется найти Толдера. Я не вполне понимаю. Если у тебя есть время... Это всегда... Так. Этого имени я уже очень давно не слышал. Боги. Я уже много лет с ним не говорил. Думаю, он по-прежнему внизу, в Мидоне. Но не могу утверждать. Ты пойдешь к нему, передавай ему от меня привет, ладно? Где находится Миден? Под коллегией. Это не самое приятное место, так что если пойдешь туда, будь начеку. Ладно. Ладно. Спасибо, мастер. Помощь, если у тебя есть время. Попозже. Под половицей? Забавно. Вроде ничего страшного. Оу, кузница Атронахов. Невероятно. Я читал о ней. Но не думал, что она существует. Здорово. Руководство по кузнице.
Замечательно. Жизни не поверю, что он умер просто так. Тут его держали, затем убили. Здорово. Эти подземелья скрывают множество тайн, и каждая из них несет могущество. Оу. Значит, это здесь заточен дейдрический принц, про которого мне однажды рассказывала Азура. Я освобожу его. Перед этим мне нужно поговорить с Авгуром. Вот-вот. Скайрим? Нет, это выход. Мне сюда не нужно. Где же ты спрятан, Авгур? Если ты живешь в таком месте, значит, тебе есть чего бояться. Или есть чего бояться тем, кто тебя ищет? Твое упорство принесет тебе только разочарование. И все же ты настаиваешь. Ну хорошо, можешь войти. Ты Авгур Данлейский? Да, я тот, кого ты ищешь. Твои усилия тщетны. Все уже началось. Но те, кто прислал тебя, не сказали, что они ищут. Не сказали, что ищешь ты. Мне сказали найти тебя. О, да. И потому ты ищешь меня, хотя еще не знаешь зачем. Как и иные до тебя, ты слепо идешь по пути к своей гибели. Талмарец тоже приходил искать ответы, и зная, что они принесут ему беду. Твой путь сейчас идет по его следам, но ты опоздаешь. Талмарец?
Какой Талмарец? Он зовет себя Анкана. Анкана. Он ищет знания о Боге, но найдет нечто совсем иное. Ваши пути со временем пересекутся, но сначала ты найдешь то, что тебе нужно. И что же мне нужно? Те, кто помогают тебе, хотят узнать больше о Боге Магнуса. Вы хотите избежать катастрофы, которую еще не почувствовали. Чтобы смотреть сквозь око Магнуса и не ослепнуть, тебе нужен этот посох. Теперь события быстро приближаются к развязке, так что поспеши, передай это знание своему архимагу. То, чему ты здесь научился, правда? И что же это? Мне нужно найти посох Магнуса. Прости, что? Ну, мне бы, конечно, хотелось иметь такой могучий посох. Но я не уверен, что кто-то из нас найдет ему практическое применение. Он связан со сферой, которую мы нашли. А ты откуда знаешь? Я говорил с Авгуром. Правда? И он сказал именно про посох Магнуса? Я поражен твоей расторопностью. Конечно, кому-то теперь придется заняться этим вопросом. Кому-то это значит мне, не так ли? Именно. Раз уж тебе пришло в голову пойти за советом к Авгуру, я думал, что ты проявишь больше энтузиазма. Посох Магнуса — нечто совершенно особенное. Такая древняя вещь. Не знаю даже, случалось ли нам раньше находить предметы такого масштаба. Кажется, про посох недавно говорила Мирабелла. Попробуй спросить у нее. Знаешь, мне нравится, как быстро ты учишься. Ты не просто ученик, и это уже всем очевидно. Молодец. Эта вещица некогда мне очень пригодилась. Надеюсь, она исправно послужит и тебе тоже. Обруч мага, спасибо. Но теперь я, пожалуй, займусь Дейдрическим принцем. Насколько я знаю, где-то в этой библиотеке прячут древние артефакты, связанные с той рукой. А вот и они. Самое время освободить принца. И посмотрим, что он нам за это даст. Подземелье коллегии Винтерхолда. В Мидене. Мне уж казалось, этот день никогда не настанет. Так это тебе удалось разрушить связующее заклинание, а? Неважно. Их души все равно заперты в Обливионе, а я остаюсь здесь. Отправляйся туда, где тебе место, Дремора. Мое место на борту моего корабля в Абиссинском море. Редгард? Тебе интересно. Меня не одолеть, детка. Даже не пробуй. Давай попробуй. Может, лучше заключить.
заключим сделку. Обойдешься. Что ж, это все? Это весь Дремора? Да. Да тут и драться не пришлось. Я расстроен. А может, я уже достаточно могуществен? Чтоб сойтись в прямом бою с самим Архимагом? Кто знает. Что ж, дорогие друзья, я думаю, пожалуй, на этом на сегодня хватит. Это была вторая серия моего прохождения гильдии магов Скайрима. Всем спасибо, что были со мной. Оставляйте свои комментарии, отзывы, лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых видео.